Здорово. Максим. Ты где? Блин, я вообще не могу так сделать. Сейчас. Ты где? Я на базе. А, вон ты сидишь. Так, чё, поехали за бензином? Я уже так съездил. А, ну тогда чё сегодня будем делать? Ну, я знаком. Так, теперь я должен пригласить её. Так, давай пока пригласи, я посмотрю, что тут, куда отправиться. Я пригласил тебя. Так, мне... Так. F1. Да-да. Всё. Так, теперь я сделаю тебя... Модератором? Ты заместитель лидера. Спасибо. Садись в машину, не обезьянь. Так, давай, знаешь, куда поедем? Короче, смотри. Поехали возле на самую гигантскую гору, там, в леса. Вон, видишь, там возле нее деревенька. Там, давай посмотрим. Самый нижний уст? Да. Мы можем объехать через Лос-Сантос, а можем прямо сейчас завернуть. Нет, через Лос-Сантос уж не ехать там. Мы как слишком много. Ну, через деревню поехали, значит. Да. Так, тихо, не разгонись. Ехать поеду слишком далеко. Да ладно, Дэвид. Ты, блин, из третьего города убил меня и побежал в Лос-Сантос. Ну. Кока наша. Кока 22. Да. Блин, что у нас на колесах написано? Тихо, по буграм не езди. Спарко. Спарко. Коко... Кока Спарко. 002, как 228. Так, это контролирую, чтобы макаки на нас не напали. Да что? Сюда еще раз сунуть, это наш территорий. Блин, это территория. Ну, кстати. Его зомби. И куда ты? Направо. Так, сейчас я... Приглашать в планы сейчас. Чего? Ты, наверное, тоже сможешь приглашать в планы. Ну, наверное. А как только? На... Да насрать, это только для нас. Это еще предатели. Каких-нибудь... Хотя нет. Не-не-не, нормально, только для нас. Так, сейчас там прямо. Ты Гопс наш назвал или как? Просто я. Ну, Гопс, потом будет еще. Ладно. Ой, я вообще, подожди. Нормально едешь. Там через мост можно потом. Смотрись пока что, чтобы... Ну, давай. Я поем. Слушай, вот там два домика, может зайдем? Там были, хотя... Давай. Вот, ты у меня, кстати, на GPS отмечен теперь. Да? Да. Ну и как отмечен? А ты что себе GPS не поставил? Я его, походу, убрал. Сейчас посмотрю. Так, там я мусор вижу. Сейчас зайду. Взять. Нет, это... Подожди! Палатка! Еще одна, что? Да. Будем лагерь свой обустраивать. Так, в этом ангаре все. Макака. А смотри, чтобы никого... Опа, что-то потемнело. Блин, вот этот зомби борзый. А ты сказал, ты кого-то гиганта видел. Чего? Ты сказал, ты кого-то зомби-гиганта видел. Нет. Не подходи ко мне пока, если сам. Ветки. Ух ты! А вот это у нас богатый фантом. Что там? Да. Зажравшись, много взял. О, походу видзабаг. Видзабаг. Четко. Давай коллекционировать. Ну, трещи. А что там еще? Да, ну ты здесь про. Тихо. Блин, вот да, у меня такие шиги были. Ладно. Машину наш не украли? Нет. Я тебя выгрести огнестрельное оружие. Меня. Блин. Лаганая обезьяна. У тебя какое огнестрельное оружие есть? У меня. Ну, вот эта дальняя винтовка. ПТВ и пистолет. Тут щегот. Нету истечения крови. Блин! Чё? Чё сам?
Что ты? Ты сдох? Нет, у меня более удаляющий надо использовать. Давай, ты где? Я за гигантским амбаром. Это я? Не знаю, знаю. А, ты, в смысле, ну тебе будет хорошо, ты меня не будешь убивать. Только мне плохо. Так, все, пошли. Поехали. Нигде не видел соды какой-нибудь? Да нет. Почему объедки жрать? Давай, вываливайся. Сейчас я возьму АП-5 в руки. Ага. Так, ты куда меня припарковал-то? Зомби дохлый. О! Он еще бобов нажрался, вот это хорошо. Да, жалко, что на байке нельзя сесть все-таки. Тут всего одно колесо нужно, мы починим вертолет, прикинь. Да? Да. Подожди, а может у меня есть? У меня есть! Нет, у меня тоже есть, только это. Меня ну, нет. У меня есть, но у нас же машины еще есть. Давай, ты сможешь довести машину до базы? Блин, ну как-то коку неудобно бросать. Не, а мы до базы довезем. Но, блин. Там, давай я просто на вертолет фушу. Так я лучше летаю. Я лучше. Ну, давай сейчас тогда вставлю. Заполню. Давай вставляй, я полечу. Отойди. Плюс я еще снимаю. Так, я обороняю, если что. Пока не садись. Точно нормально летаешь? Да, я же... Ну, хотя мы ничего такого ценного и не... Нет. Потеряю. Ну, ты все равно... Ну, ты сдохнешь только. Блин, а ты можешь дохнуть. Да не ссы, я хорошо управляю в Сан-Андресе. В Сан-Андресе, блин, тут можешь управление другое. Интерфейс другой. Интерфейс, я везде нормально. Давай, патрулируй, а ты чё тупишь? Я это бензин тебе кладу. Окей. Так, всё, я тут. Ну, припаркуем куда-нибудь. Логично. Чё, ты починил? Сейчас, подожди, отойди. Чё говоришь? У тебя канистра есть? У меня даже, кажется, наполненная есть. Ну, заполняй. Нет, у меня нет канистры. Смотри спокойно, не стой на месте. Я ж патрулирую. Да блин, а... Ой, ты обезьяна тупая. Ты сдох? Не-не-не, не ссы. За тебя. Знаю, сейчас я их тут всех нафиг перебью. Давай, братишка, время резать! Туц-т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 уц. Это только на меня один пошел, что ли? Не, смотри. Давай, обезьяна, я тебя жду. Это я. А. Да не. Он додумается, интересно? А, не. У него интеллект как у коробки, на которой он прыгает. Зато у меня тут зомби. А, чё ты тупишь? Почему у меня зомби так лагают, да? Да, у меня тоже бывает. Так, ну, я взлетаю. Не надо! Нет? А почему? Я еще не заправил. А, ну как все. Блин, придурки долбят у меня наверху. Здесь такие зомби павшие. Не парь. Я сейчас как Бэтмен выгляжу. Так, сейчас еще последний раз заправлю. Давай. Не сможешь лететь. Ты помнишь, где наш база? Да. Я по карте помню. В центр. Ну, чуть выше центра Лос-Антос. Ну сейчас это, на базу отвезем нашу коку и полетим на вертолете. Да. Ну я тебя буду патрулировать, пока. А можно, в принципе, хотя нет. Так, все, садись, взлетай, сейчас поедем на нашу базу. Ага. Так, я лучше поставлю себе сразу вот это вот. Так. Ну давай. Я такой вертолет никогда не видел. Ты меня сейчас сдохнешь. Нет, нормально. Так, здесь такое же? Да, все нормально. Так, поехали на базу. Сейчас я займусь. Все, погнали. Она стреляет? Нет. Ну и то хорошо. Так, есть. А, смотри, не врежешься тут. Да есть. А, я знаю, что это самолет. Он медленный, пипец. Знаешь, что прикол? Чё? Ой, я тебя на карте вижу. Ну? На F1 спуск. А, ну да, в принципе, я тоже. Ну, жопу ничего не
дальше что-то чинили. Дальше заехали. Но. Поехали в базу, поехали в деревню, которая собралась. Так, ты давай там наперед коку отвози. Ну, я там лечу. Ну, не лечу. Мне кажется, я первый приеду. Да нет, он, там сейчас скалы начнутся, ты там посмеешься. Так, а у меня сейчас елки начнутся. Ну, взлетай повыше. Да не, здесь как раз таки не поможет, я могу прям на них насадиться потом. Хотя да, там что. Здесь лучше тактика. Тактика. Блин, сраные тучи. Ну вот мы где-то тут, вот я так понял. Да, подожди, вот этот домик. Нет, не там. Тебе надо чуть-чуть ниже. Да-да-да. Там еще и сломанный вертолет. Еще есть? Да. Нашел наш вот? Да-да-да. Ну, значит, коку ты паркуй в доме? Ну, не, коку возле лагеря оставь и все. Не, надо будет реально потом ключ проволоку завести. Вокруг, чтобы вообще никто не смог пухаться. Да. На забот на базе. Хорошо. Без пока. Сейчас пристрелю. Это ты стрелял первый раз? Да. Первый? Да. Вот я так один раз стрельнул. Не знаю, кого слышу. Ладно. А что зомбак на нашей базе делает? Так, сейчас подожди, я покушаю. Блин, тупо что у нас зомбак на базе. Ремонтировать. Давай, а то я вот об этот сраный булыжник долбанулся. На сколько поломал? На 7%. Так, блин, коп как-то жалко. Давай. Подожди, выйди из нее, сейчас высуну тут пакет крови всякий. Пакет крови? Палату разместить, палатку разместить здесь. А, да-да-да, точно. Такс. Так, палатка. Вот. У нас скоро тут лагерь будет. Ну давай, садись, я поведу. Сейчас, подожди, я заведу машину вообще. Ну что ж, надеемся на то, что наша кока останется. Да, останется, никто не возьмет. Блин, была бы отличная машина. Ну. Нормально. Я тебя жду. А здесь она так не взорвется. Да не взорвется. Ты куда взлетел? Вот, я сейчас на нормальный спот. Все, давай. Ох, я думал, я просто сниму. Нормально тут прийти. Так, вон там туда. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, нормально. А если мы умрем, то наши вещи где останутся? В вертолете. Не через город только. Да не ссы, я его знаю, как. Я говорю, не через город. Нас пристрелить будут. Какой пристрелить? Кто? В нас, Семя, стоит же винтовки. Да тут недоразвитые, они не попадут. Я еще выше. Тогда мы так я тоже. Я понял, за чего ты не хочешь через город лететь. Да не ссы, я хорошо управляю. Я оторвемся еще. Я тоже так думал, когда передал им. Почему? Ах, это ссаные тучи. Погрузка не идет вообще нифига. Когда в следующий раз зайдешь, в нике впишешь глобус. Где? Ну вот, знаешь, как это, помнишь, в контре там надо было в изменитель, чтобы в клан зайти, да, типа глобус писать. Ну там, скобочка, клан и снова скобочка, да? Да. Ну, повыше здесь взлети. Так, сейчас в деревеньку отправимся. Едем.
Бред. Ну, я знаю, этот вертолет, он этот... Он магнитить может вообще в оригинале СНД. Выше просто птицы. А? Выше. Тут деревья, облетели. Нет, я повыше. Туман. Он реально... Подожди-ка. Ты хочешь проверить? Нет, ну он в оригинале магнитить может. Он текстурка изменена, но... Вот такой, что... Просто летит повыше. Ну не деревья. Блин, жалко, я парашют не могу. Но у меня парашют есть. А-а-а. О, деревья. Что делать? Я свернул. Чё ты творишь? Писец какая-то. Так. Ты же не снимаешь? Снимаю. Ну и там ничего не слышно. Ну удали ты. Ага. Так, вот деревня. Я это. В 6 или 6, а не 7. Ну насадь. Живи. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Туман. Ничего. А куда? Ты... А, вон, я вижу даже. Местечко такое. Ну, я вроде этого не забыл. Тихо, тут деревья. Снизу деревья. Нет, лучше в другом месте. Нормально. На поле, егерь, тут дома. Егерь, нет. Я нормально приземлюсь. Я ж говорю, я тебя умею водить. Ну, зомби. О, уже друзья. Первый представитель места фанс. Он наш вертолет пошел. Тихо, ты что, офигел, что ли? Тихо. Я ж тебя пырну, ослина. Можешь? Так, ну давай обследовать. Кровь перелить. Чего? Кровь перелить. У тебя есть пакет крови? Да. Перелить. А как? Подойди ко мне, и там не надо нож зажимать. Там ко мне подойди, у тебя есть перелить пакет крови справа? Слева. Да, сейчас было. Сейчас, подожди, я... Слева не было. Сейчас. Нет, я не могу тебе ничего перелить. Слушай, наверное, пакет крови нет. Ну-ка. А, да, не, у меня нет пакет крови. А. Давай. Ну давай. Перелью. Не, у меня все равно нельзя. Сейчас. Нет, нельзя. Чё тебе нельзя? Ну так нельзя. Да. Пошли. Так, здесь... Подожди, отойди. А, это там, это. Так, я себе одну аптечку возьму. Сколько там аптечек? Там 3 аптечки. Ну, не, я 2 возьму. Один бинтик. Не, у меня бинты и так много. Вот морфий я возьму. Все, набери. Все остальное. Так. О, тоже лисички. Женский скин, пустая канистра, пустая банка соды. Сейчас, подожди, кто что там писал. Сколько тебе крови? У меня? Да. 9000. Спасибо. Сейчас. Чего? Сейчас 12000. Гопник скин, объедки. Так. Ой, зря. Что ты сделал? Я не видел, блин. Я уже ухожу. Ну, тогда... Тогда это, улетай. Да, мне улетать. Так. Куда бежишь? Ой, ступил. Иди. Ну, хотя, иди. Давай, садимся. Ой, куда я сяду, блин, туда. Садись. Давай. У меня слышно эту дрель? Сейчас, да. Газы дальше нет. Так, только аккуратно идти, я тебя прошу. Не ссы, я умею управлять. Иди вас. Сейчас, куда? На базу идти? Да. Ну, полетели. Ч,
Все? Ну, ты видишь, чувак, тапок на первом месте. Но. 10 часов уже. Да, да. Так, аккуратненько. Не, вертается, классно. Ну, поёзная просто. Ну, все равно. Слушай, потом надо этот Вайнвуд оплатать. Ой, а там... Мне еще кажется, что тут что-то есть. Смерть. Ну, только. Ну, не бог смерти. Тупая мака, как идти быстрее. Так, вот сейчас начнет самое трудное. Эти сраные скалы. Где мы там? Да, вот. Да. Поезд в камешку вообще, вон машина стоит. Приземляйся, короче. Ща-ща. Я вот здесь прям приземляюсь. Нет, ты в машине. В машине оставайся и в вертолете останься и выйди. А подожди, я... смотри-ка, он уезжает куда-то. Кто? А нет, все нормально. В колку, ой, в вертолет залезь. Ага. И выходи. Окей.